На образовательном семинаре, организованном по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», были действующие предприниматели и самозанятые. Специалисты «Мой бизнес» рассказали о финансовых инструментах поддержки предпринимательства, бесплатных образовательных программах и о персональных услугах по продвижению бизнеса. Участники разобрались в вопросах, связанных с применением специальных режимов налогообложения и обязательной маркировки товара. Максим Автоманов, участник СВО и молодой предприниматель, 2 месяца назад на финансовые средства, полученные после ранения, он открыл швейную мастерскую, а по социальному контракту купил часть оборудования. Говорит, что всегда увлекался производством одежды, а сейчас делает это уже профессионально. На сегодняшний день в производстве большой заказ из Красноярска по пошиву верхней одежды для школьников. В следующем году Максим планирует создать в родном селе новые рабочие места для швей, которых сам и обучит.